Всем привет! С вами Nick Space, и сегодня мы с вами вернемся в Forewarned. А вот зачем мы именно туда вернемся. Вышло крупное, прямо ух, какое крупное обновление, которое привнесло огромное количество новых комнат, ловушек и всего остального, и главное, новую механику с зилотами. Что это такое, вы увидите в видео кусочком, но все равно увидите. Это, грубо говоря, помощники Меджая, которые мешают нам жить во время стадии исследования. То есть пока мы бегаем по гробнице и ищем улики. Кроме того, вы увидите обновленный вход в гробницы, и перед началом видео основного вы увидите новые предметы, которые были добавлены. Поэтому приятного просмотра. А новые предметы. Сейсмометр. У нас он уже есть, как первого уровня, можно второго уровня. Позволяет нам, соответственно, так, это сейсмометр, любые толчки подземные анализировать и видеть. Это нужно для улики Tremor. Дальше нам добавили еще кое-какие интересные вещи. Inventory Belt. Что это такое? Как видно из названия, это пояс с инвентарем. Главное, у нас теперь есть 5 слотов. Здесь написано 6, потому что второй уровень. Но он изначально у вас уже есть, и у вас 5 слотов. Это великолепно, потому что по этой странной гробнице бегать туда-сюда за наши вещи — это жопа. Что у нас еще тут есть интересненького? Давайте посмотрим. Да, переделали полностью систему, сейчас я найду, хека-амулетов. Теперь хека-амулеты, у них нет кулдауна. Теперь у них заряды. Чем выше уровень хека-амулета, тем больше зарядов. Соответственно, первый уровень 1 заряд, второй 2, третий 3. Удобно, клево. Добавили новую штуку — таймер. Что это такое? Это, собственно, как видно название, таймер. Он позволяет вам видеть, сколько времени прошло от начала экспедиции. Это нужно для того, чтобы узнать время. Через какое время гробница закроется навсегда и пробудится Меджай. Очень удобно на высоких уровнях сложности. Раньше мы это делали с помощью наручных часов у себя в реале и пытались засекать, сколько времени прошло. Также они переработали систему со временем. Это надо посмотреть в патч-ноут будет, уточнить, сколько там. К сожалению, до сих пор, к сожалению, нам не добавили палку для пересечения больших рвов, динамит и вот эту Hyra Lens. Ее раньше не было, но непонятно, что она делает. Также они переработали немного систему радара. Вот. То есть они увеличили ее радиус. И это хорошо. И в целом больше каких-то новых вещей в плане снаряжения нету. Давайте пойдем и узнаем, точнее, увидим новых зилотов. Да, зилоты — это новые чубзики. Они появляются как враги во время фазы исследования. То есть пока Меджай не пробудился. И их отпугивать можно с помощью хека-амулета и, скорее всего, с помощью факелов. Или убивать даже с помощью факелов. Мы это выясним прямо сейчас. Ой-ой-ой. Да, заметила паучков. У тебя тоже эти криповые паучки? Не-не, ты сейчас просто поймешь, что я имею в виду. Да. Меня пока пауки смущают очень сильно. Я не хочу встретить такое говнище. Не, у меня картинка была, это вид из пещеры на улицу. Но здесь повезло. Ну, сейчас ты загрузишься, и ты увидишь. Так, я уже в предвкушении. А, кстати, они же добавили новых 50 комнат. Добавили новые 50, по-моему, 20 или 50 комнат новых. Переделали систему, все. Так, я вижу черный экран. И еще кое-что добавили. О, да-да-да-да, этот новый рынок, это новая карта. Новое лобби. О, ебой. Так, а где палатка? Не, серьезно, пацаны, где палатка? Так, как фонарик включить? А, все. Нет, нет. А, так может надо туда зайти вниз? Да, да, и такая гробница закрывается, Меджай просыпается, такая. Да, да, вот. О, ебой. О, смотри, какая клевая дверь. Анубис опять нас караулит. Да. Так, дай сейсмометр. У-ху-ху, смотри, зацени какой сейсмометр. Магнитуда, wave type, калибрейтинг. Так, блин, это прикольно. Такое, типа, факел и фонарик, чтобы, ну, на всякий. А, блин, слушай, я тоже хочу факел взять, а то, знаешь, там Меджай и все дела. Так, я возьму еще тогда хека-амулет, на случай, если мне нужно будет. Да, я... О, смотри, что могу делать! У нас же 5 слотов. Я могу бить! На! Ух, зилот! Фу! О, смотри, вот, кстати, часы купленные. А, не только здесь. Так, давай я посмотрим, думал... что мы получаем. Так, радарная система. Блин, я как возьму, же клево. Я хочу вот
вопросы позадавать. Я хочу, чтобы он все-таки как-то мне ответил, что-то показал нормально. Да, кстати, я согласен. Так, интеракт. Нирс хочет сити unknown. Так, это пару. Фонарь больше нельзя на поезд повесить, чтобы он был включенный. Вот, а, можно. Можно. Там просто, да, очень так исхитриться. Надо. Все? Да. Открывай. О! Я готов бить Меджаев. А как зажечь фонарь? Да. Лера только пушит. Ё-моё. Ай, говёная карта. Это чё? Я подумал, это звуки уже там кто-то пищал. О, смотри, паутина. О, смотри, какая хрень. Я паутину сжёг. Смотри. Да. О, ваза, ваза. Ударь, ударь. Да, вижу. Так, голда. Ебой. Так. Не открывай, там сейчас какое-нибудь говно вылезет. Так, пауки. Я ставлю bomb has been planted. Сейчас, секунду. Give us a sign. Блядь, кажется, я кого-то слышу. Там какой-то рёв был такой тихий. Give us a sign. Я тебе сейчас give a sign. Ой, я нашел рычаг. What are you? Да идет он в жопу. Так, я, блин, я хочу выйти посмотреть на радар, но я пока не буду. Ладно, фиг с ним, пойдем поисследуем немного. У меня просто фонаря нет с собой. О, журнал. О, теперь можно... Блин! О, блядь! До свидания. До свидания. Все, это был Destruction, да? Дядя Петя, да, это Destruction. Так, сейчас. О, нифига себе, зацени. Новая карта, по-другому радар теперь выглядит. Там красная точка. Это, да, это этот, либо Зилот, либо это он. Так, давай поставим улики. Destruction у нас был точно. А где? Радар. На L нажми. Не-не, Destruction, я не могу найти. А, он первый самый. Ой, слушай, они переделали ее, намного удобнее стало. Ну, теперь два ряда, а не три. А, кстати, надо зажигать на не на левую, а на правую кнопку мыши. Да-да-да. До свидания! До свидания. Это что было? Это... Он вокализирует? Vocal response. Так, слушай, а у нас Гейгер. А, блин, нафиг Гейгер. Я возьму сейчас компас на пожарный. А, ну, новый Меджай же... А, Талгар the Perilous. Это кто? Талгар, это, по-моему, как раз вот новый Меджай, который не видно без этого... Сейчас, так, у меня сейсмический... А, интересно, как он работает? Почему? А почему вот эти хрени так... До свидания. А чё эти хрени так мигают в синие? Видимо, типа, эффект пламени. Они там... Блин, слушай, атмосферно выглядит теперь. Я просто проблема другая. У меня сердце бьется, капец. Да у меня тоже. Я тут боюсь на этих налететь. Я просто сейсмо хренью, и я не успею быстро включить... Да, ладно, на фатокилл я быстро переключусь. Крой меня. О-о-о, какая сейсмическая активность была сильная. Так, 3-5... Пойдем, надо двигаться дальше. Ну, давай. Я, если что, просто сразу факелом убью. Факелом гаси их. Главное тебя, случайно, факелом не загасить. Слушай, я нашел дверь. Давай проверим кое-что. О, золото. Не, давай не будем. А, откуда станешь рычага? О! Я слышал, да. Что там? Не надо, не надо. Что там? Ты его увидел? Нет, я просто слышал, как он орал. Смотри, короче, вот там, где он орал, тебе надо рычаг потянуть. А я здесь рычаг. Фонарь погас. О, блядь! Так, это был Extinguished Flames. Да, и еще... Либо Талгар, либо Кратос. Он еще задул факел. Да. А, Electric Distortions. А точно был Electric Distortions, да? Да, у меня фонарь погас. А, нифига, это нам не помогает, это все равно либо Ратос, либо Талгар. Если Талгар, да. Нам нужно выкинуть это и взять его в планшет. Так, вообще с вопросами? Нет, да, я кстати, нет. Да, Magnetic Distortion. Зачем-то надо. Не, Magnetic Distortion не нужен. А Tremor. Да, слушай, Tremor есть. Если мы найдем Tremor, это Талгар. Так, что-то у меня опять фонарь не хочет на поясе быть. Ой-ой. О, все. Факел, все за... Вот, все просто одновременно убежали. Че эта тварь такая активная? А их 4. 4 Зилота просыпается во время от этого. Под своим... они уже бродить могут здесь, да? Получается? Они бродят, да, типа это чтобы, знаешь, типа игроки не расслаблялись в самом начале игры. Угроза в виде 4 Зилотов. Они разные по форме, то есть я видел там мумия, там есть мумифицированный.
Чё? Чё такое? Он разбил вазу настолько громко. А я не слышал. Прям подо мной. Чё, а мне интересно, насколько они быстрые. Я не думаю, что они очень быстрые, они как мумии, по идее, должны быть. Потому что всё-таки... Ладно, пойдём проверим. Давай, идём. Давай, иди там. Я с тобой иду. Бля, монетки. О, там что-то яркое было. Ага. О, да, смотри, тут что-то яркое. О, смотри, я нашел. Иди сюда. Это, походу, можно взрывать. Посмотри, там саркофаг за ним. Вижу. Походу, скоро динамит добавят. Блядь! А ты слышишь, как он заорал? Нет, я слышу, как он сломал. Вот за этой дверью что-то заорало. Ой. Ты где? А, вот. Я здесь. Пойдем туда, там что-то яркое тоже светится. Давай. Причем, мы там не зажигали. Да, если мы зажигали, они становятся синенькими. Блять, он мне, по-моему, задушил. Блять, страшно. Я не думал, что Форборн такой страшный может быть. Засранцы. Ты кто? Кто это? Не знаю! Держим оборону! Уходи! Так, у меня есть хека-амулет, он отпугивает зилотов. У меня тоже есть хека-амулет. Помни, он использует заряды. То есть он теперь без кулдауна. Блин, страшно. Они не могут телепортироваться. У меня уровень... Не, я не думаю. Проблема, что сейчас... Бля. Нифига есть паутины, вы чё, дебилы? Бля, будь осторожен, там пауки с черепами могут быть. Бля, я нихуя не вижу. А они тоже могут атаковать, да? Ну да, как и змеи. На змей и зилтов действует такая... О, смотри, скелет с головы. Я вижу, я боюсь сейчас другого. Сундук зацени. Бля, я тебя Уходи. Это что был звук? Какой-то металлический. Так, дядя, кроме меня, я сейсмометр потыкаю. Я под узкий где-то встал, боже, рука у него так. Так, у меня что-то... Я не понимаю, как он работает. Сканирует. Ага, я... Слышу, какой-то, типа, знаешь, это, плиты как будто сдвигаются. Да. У нас с тобой разные звуки, походу, игра делает. Потому что у меня были крики. Дикий крик какой-то. Так, у меня, короче, сейсмометр молчит. Я примерно... Сломал что-то. Я примерно понял, как он работает. Так, 4 миллиметра. По идее, там должно быть резкий всплеск, если будет движуха какая-то. У меня пока нет движа. Давай думать, что это Ратос. Не, давай не будем думать, что это Ратос. Просто если это не Ратос... Если... У меня сейсмометр неактивный. У нас с тобой есть где-то минут 14. Нет, это норма, по-моему, где-то минут 8. Блин, страшно. Там что-то пробежало с красными глазами, блядь! А я видел то, что там из стен что-то повылетало, и у меня сейчас какой-то звук стрёмный был очень. Да, я что-то красное увидел, я не знаю, что это было. Я тебе потому что пауки, он как-то высоко было. А ты помнишь, где выход? Да, но я хочу посмотреть, что там было. Пойдем посмотрим. Пойдем. Вот что ты увидел, дротики. А, дротики, вот он еще не обосрался. Так, а там золото, давай не будем, не надо. Нам золото не надо, нам надо увидеть что-то новенькое. Ай! Я уже достаточно смотрелся. Опа, это что такое? Опа, кто есть? Опа! Погоди! Не уходи далеко! Надо поджигать. Что это такое? До свидания! Бля, мы запутались! Придется идти прямо! Давай пойдем на. Мы не боимся! Мы археологи! Индиана. О! Пошел зад! Паскуда! Мри! Меня ударили. Нет! Я что-то подобрал какую-то реликвию еще. Отлично, пойдем. Слушай, а зилоты-то кажется? Нет, мне не кажется. Пойдем, зилоты-то не такие страшные. Так это мумия была, а не зилоты. А они и есть зилоты. Они имеют разные формы. Форму мумии, форму... Так, это мы здесь были уже. Так, мы обратно вернулись, да, по-моему. Да, видишь, они синенькие такие. Да. Пойдем. Карту вроде маленькую поставил, что-то какая-то... Не, мы... А не медиум поставил? А, я медиум поставил, да. Или маленькую, я не помню. Медиум сложность, карта маленькая. А, охренеть, это маленькая карта, будет понятно, что будет большая карта. Так, у меня, короче, сейсмометр молчит, давай откроем гробницу.
До свидания. Побежал, 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 побежал! Кто, 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 кто? Тут сзади тебя, короче, вот эта тень была. Умри, 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 умри. Я видел, что это было? Это Миджай был? Это Миджай, что это было? Я не знаю, он растворился. Может быть, это и есть Зилы, ты слушай. Это Зилы, это походу и есть, они типа бессмертные. Бля, выходи, он, кажется, внизу, он видел его. Что-то я видел, он внизу прыгнул. У нас минута еще. Так, слушай, это реанимейшн был. Это, скорее всего, Ратос, если реанимейшн. То есть это был реанимейшн, да, когда он увидел. Талгар, это Талгар, у нас только Талгар выходит. А что у меня? У меня Electronic Disturbance, Radar Detection, Distraction, Extinguish Flames, Animation. А, Radar еще? Да, Radar еще был. Distraction, Electronic, вот эта хрень, потом Flames, Radar, Reanimation и Vocal Response. А Vocal Response разве был? Да, 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 он же что-то пел. А, тогда Талгар, да, тогда Талгар, тогда я вот это вот... Ну, я хочу проверить, как он, я хочу проверить, как он выглядит. Бери планшет. Планшет, зачем планшет? Талгар же не виден. 30 секунд, погнали. Алгар не виден? Ну, его нельзя увидеть обычным зрением, он в виде тени на пол. Бля, что за дело? Какой-то новый чавканье такое. А вот здесь тень, они видят тени, они потом из нее выходят просто. А-а-а, хитро. Да как фонарь поставить на поезд? О, все, ура, наконец-то. Прикольно, что Зилы-то бессмертная. Видимо, есть и четыре какие-то разные, со звуками разные. Опа! Мазафака. Стоим здесь. The Magic has physically manifested! Слушай, а прикольно, что они теперь пишут, что эти... А вот сюда можно забраться, мне интересно, как думаешь? Ну, давай, попробуй! Внизу уже ждут, господа. Так, ну чё, пойдём? А чё... А, блин, нам же надо искать эту хрень. Смотри. Да, теперь как выглядит лишь оттуда. Я один не пойду искать рычаг. Всё. Вон, вон, вон пошел. Он вон там вот. Я не видел. А я его через камеру спалил. Вернулся. Вернулся. Идет под нами. Он невидим. Полностью. А, он невидим. Я увижу через камеру. Так. Он под лестницей где-то тусил. А через планшет его не видно. А сейчас его и не... Он и здесь ушел. Я его и сам не вижу через планшет. Потому что ночное видение не работает. А через камеру просто, мне кажется, не будет видно. Видно будет, просто ты не, в темноте не будешь его видеть, соответственно. Ну чё, двигаем потихоньку? Камон! Камон! Но они, походу, до сих пор не научились на лестницу эту залезать. Вот это печально. А прикинь, не, научились. Ну, к нам же залезал, по-моему, этот... Один раз, и то мы его очень сильно забайтили, прям перед входом, и он далеко не успел залезть. Он залез где-то вот на середину, и а вышел, не смог подняться. То есть, если научится подниматься, это вообще будет жопа. Камаун. Камаун. Я его не вижу. Я слышу шаги вон оттуда. Я слышу тоже шаги, да. Он под нами где-то, по-моему. Не-не-не, я смотрю с полночным видением, нифига нет. Он не под нами. Он ушел в дальние края, потому что он не может нас найти, походу. Ну что, пойдем, двигаться надо потихоньку. А, смотри, тогда... А? Блин, неудобно перестать. Вот жалко, что здесь нет инвента... О, слушай, на букву I ты можешь включать интерфейс. А-а-а. Фонарь вот только теперь странный очень. Его надо несколько раз пролистнуть, чтобы он был... А там всегда было, по-моему. Ну, по крайней мере, у меня так раньше тоже было. Ладно, давай, значит, потихоньку выходить, потому что я не знаю, где он. И мне не очень удобно. Мне нужно, чтобы ты осветил, потому что я с этой хренью ни черта не вижу. Ну, а нам смотреть придется через планшет на него. Я смотреть буду через планшет быстренько. Я все. Это ты смотри, где эта хрень. Я тоже. Я хожу и с планшетом, и с фонариком. Хорошо, отлично. У меня просто фонарика нет, я дурак, я взял факел. Блин, ни хрена не видно нормально через планшет, потому что. Так, здесь мы в тупике. А, пройдем, знаешь куда? Стой, 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 вернись. Давай туда пройдем, к гробнице. Закрытой. А, нет, здесь что? Здесь тупика два. А, здесь два тупика. Так, здесь тоже тупик. Мехи какие-то идут. Я его не здесь... вижу. Только один проход у нас, это вон туда идти надо. Соответственно, он тоже там. Скорее всего, да. О! Смотри, новая дверь. Сейчас, я зажгу. Сейчас, секунду. О, круто. Шикарная дверь, кстати. Реально, теперь она намного красивее выглядит.
Вот дощечку, конечно, они нацарапаны, не очень, мне шрифт не нравится. Но это моя, видимо, придирка только. В принципе, не критично. О, вот, я вижу его, я вижу его. Да, я вижу. Уже. Так, стоп, подожди. Это не Миджи, это не он, это... Или это он? Он вообще там... Либо его модельку поменяли, потому что раньше стоп, он был... Погоди. Нового Миджа сейчас добавили? Нет, нет, старый? Нет, нового Миджа не добавляли, в принципе. Все, тогда я понял. Все, я открыл. Уходим. Уходим, уходим, уходим. А, нового Миджа не добавляли. Раньше... А я почему-то подумал, что это новый какой-то. Не-не, возможно, это Зилот. Хотя не, непонятно, я так и не понял. Зилоты способны бегать. Ой, то есть они бегают, когда... О, по идее, зилотов не должно быть во время этого.